Арт-рекорда для работы бразильского банка. Центральный банк Бразилии объявил о возобновлении работы с блокчейн-платформой Арт-рекорда. Изменение решения было вызвано появлением финальной версии формы Корда 1.0. Сейчас банк разрабатывает внедрение концепта на 4 разных платформах – Quorum, Hyperledger Fabric, Ethereum и Corda. Предполагается, что его реализация позволит усовершенствовать работу резервного копирования систем расчетов банка в реальном времени. Аришчидзе Сандраджа Кавалькантче Нето, заместитель начальника IT-отдела банка, сказал: «Мы центральный банк, и нам нравится быть стабильными, но мы должны думать и о переменах, о другой бизнес-модели. Поэтому для нас составляет сложность та часть работ, которая связана с инновациями».